что для вас значит Санкт-Петербург? Санкт-Петербург, ну, это такие масштабы большие. Это общество, это культура прежде всего. Интересные музеи, интересные выставки каждый раз проводятся. Это жизнь. Это Санкт-Петербург жизнь. Это жизнь. Что для вас значит Санкт-Петербург? О, девочки и мальчики, это чудо. Это моя родина, это моя любовь, и это моя боль. Питер. Любовь. Да. Для меня Санкт-Петербург – это интеллигентный, воспитанный, корректный, очень теплый, очень научный город, который собирает своих единомышленников, решает очень серьезные задачи в области политики, в области науки, в области образования, в том числе и спорта. А что тебе больше всего здесь нравится? Все. Что для вас значит Санкт-Петербург? Санкт-Петербург? Да. О, он такой немного магический, интересный. Жизнь началась немножко с интересного поворота, с нового листа, скажем так вот. И на сегодняшний день это один из старейших городов, который имеет свою архитектуру, имеет свою музыку, имеет свои таланты, имеет своих артистов. И этим городом можно восхищаться и его любить. Мы туристы, но для нас Санкт-Петербург – это очень красивый город. У него есть девушка? Я тоже нет. Платить. Машина. Потому что? Ты понимаешь? Сын. Люди. Без проблем. Больница. Ты хочешь новую рубашку? Продать. Москва. Свободен, как птица. Приятно познакомиться. Мне нужно купить зонт. Ты хочешь новую рубашку? Работа. Киоск. Я тоже нет. Свободен, как птица. Преданный. Потому что ты болен. Конечно, я говорю по-английски. Мне нужно пописать. Дом. Мне нужно купить зонт. Розовый. Такси. Ей не нравится чай и кофе. Светло-зеленый. Я из Соединенных Штатов. Котенок. Я говорю по-английски. Клиент всегда прав. Конечно, у меня есть вода. Пойдем за покупками. Футболка. На здоровье. Санкт-Петербург. Мне нужна помощь. Тихий. У меня нет.
Возможно. Собака. Сколько ей лет? Симпатичный. Кофе-латте. Девушка. Блюдо. Свитер. Обувь. Ты очень молодой. Секунда. Продать. Мне нужна помощь. Лет. Животное. Светло-зеленый. Основное блюдо. 17. Тихий. Что ты хочешь купить? Возможно. 12. Женщина. Обувь. Сколько ей лет? Новый. У него есть девушка. У меня нет воды. Преданный. Мне нужна помощь. Обувь. Ему не нравится рыба. Сколько? Сказать. Я из Англии. Немного. Что вы хотите? Стакан. Чашка. Свитер. У твоего молодого человека есть работа? Это для тебя. Сколько ей лет? Продать. На здоровье. Тут много людей. Закрытый. Новый. Мне нужно купить зонт. Продать. Я тоже нет. У него есть девушка? Бокал. Чашка. 30. Проблема. У меня нет воды. Мне нужно купить зонт. Пиджак. Ей 12 лет. У меня нет. Я тоже нет. Познакомиться. Светло-зеленый. Есть ли тут банкомат? Как сказать по-русски? Симпатичный. О, нет. Потому что? Конечно, я говорю по-английски. 300. Сейчас. Познакомиться. Ты очень молодой. Сейчас. Преданный. У меня нет. Стакан. Мне нужно купить зонт. Котенок. Блюдо. Откуда? У него есть девушка. Писать. Симпатичный. Есть ли тут банкомат? Мне хотелось бы. Откуда? Ура! Девушка. Блюдо. Ей не нравится чай и кофе. Бокал. 19. Нужен.
Мне хотелось бы. Встреча. Сколько ей лет? 18. Откуда? Мне хотелось бы. Это для тебя. У меня нет воды. Я бы. Шорты. Вот, пожалуйста. Мне хотелось бы. Откуда? Аптека. Мне хотелось бы. Симпатичный. Бутылка. Клиент всегда прав. Вот, пожалуйста. Откуда? Это мой друг из Соединенных Штатов. Ты говоришь по-русски? Шарф. Потому что... За. Девушка. Без проблем. Ей не нравится чай. Мне хотелось бы. Тут много людей. Я тоже нет. Без проблем. Тут много людей. Бокал. Без проблем. Ей не нравится чай и кофе. 18. У меня нет воды. Нужен. Стакан. Продать. Аптека. Чашка. Мне хотелось бы. Я бы. Это для тебя. Ей 12 лет. Ты говоришь по-русски? Вот, пожалуйста. Ей 12 лет. Светло-зеленый. У меня нет воды. Ты говоришь по-русски? Бокал. 300. У меня нет воды. Вот, пожалуйста. Симпатичный. Принесите мне молока, пожалуйста. Мне нужно купить зонт. Бокал. Свитер. Мне нужно купить зонт. Я тоже нет. Мне хотелось бы. Принесите мне молока, пожалуйста. Бокал. Мне нужно купить зонт. Тут много людей. Симпатичный. Свитер. Бокал. Симпатичный. Это для тебя. Принесите мне молока, пожалуйста. Свитер. Я бы... Мне нужно купить зонт. Я тоже нет. Тут много людей. Это для тебя. Симпатичный. Тут много людей. Я бы... Симпатичный. Тут много людей. Город.
хочется возвращаться снова и снова. Вот. Санкт-Петербург – это великий город, в котором расположены великолепные музеи, в котором приятно просто погулять, потому что атмосфера этого города настолько изумительна и неповторима, что когда ты гуляешь, ты получаешь эмоции, которые ты не можешь получить ни в одном другом городе, даже Европе. А что для вас значит Санкт-Петербург? Санкт-Петербург – это город больших возможностей на самом деле, где можно найти каждому человеку ту нишу, которую он, допустим, давно мечтает занять. Вот. И это важно на самом деле, потому что когда нет возможности реализовать себя, это самое-самое печальное дело. Вот. Поэтому для меня это город именно такой, где можно все, если захочешь. Спасибо большое. Санкт-Петербург. Город, куда можно приехать, посмотреть достопримечательности. А вы отсюда или нет? Нет. Откуда? Из Ишима, Тюменская область. О, а как дочку зовут? Карина. Карина, привет, привет. Спасибо большое, спасибо, удачи. А какие чувства он у вас вызывает? Сколько живешь, все равно вызывает чувство восторга и красоты, наверное. Спасибо большое. Что для вас значит Санкт-Петербург? Это непростой вопрос. Но все-таки. Маленькая родина. Спасибо большое.